51 глава манги Боруто Next Generation. Что нас ждет? Что нам уже показали и заспойлерили перед выходом главы? То, от чего даже я не остался равнодушным, это вы и узнаете в данном видеоролике. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ганзи. Перед началом не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также, если вам будет что сказать, то обязательно пишите об этом в комментарии. Ну а мы начинаем прямо сейчас. Я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Итак, 51 глава манги Боруто под загадочным названием «Жертва» выйдет на английском языке 20 октября после 18:00 по московскому времени. Что же там такого интересного, спросите вы? Вкратце говоря, судя по спойлерам, Наруто покажет, кто тут батя на самом деле и наконец-то применит силу. И по всей видимости, продемонстрирует левел ап своего биджу мода. Лично мое мнение, что это будет не только новый дизайн, но и новые плюшки в его скиллах. Возможно, к способностям добавят увеличение его общих характеристик в целом, скорость, сила и так далее. Я имею в виду, что они будут на порядок выше, чем у прошлых режимов. Также в спойлерах видно, как Ишики ломает руку Боруто и Наруто несется на помощь, а после стоит уже заряженный в новом биджу моде, что довольно эпично и интригующе выглядит. Ну а что с Учихой Саске? По идее было бы грамотно и его апнуть. Возможно, они, авторы манги, решили показать сначала левелап Наруто, а после уже и Саске. Но лично моя теория складывается таким образом, что Саске прокачанного нам покажут чуть позже и не в этой главе, а конкретно прокачка его будет связана с его рукой. По крайней мере, на это надеюсь. И этого бы хватило, я считаю. Ну а это всего лишь мое мнение, моя теория увиденного. То, что там будет на самом деле, нам покажут уже 20 октября. Ну а на этой ноте я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, если вам понравился данный видеоролик, и пишите комментарии с догадками о том, что же нас может ожидать в этой главе и что будет с Саске. Хватит ли Наруто этой силы, чтобы уничтожить наконец Отозуки Ишики? Пишите, пообсуждаем. Ну а с вами был, как всегда, Ганзи. До скорых встреч, всем пока!